Здравствуйте, вы на канале «Мир – это просто». Меня зовут Алексей Борода. Все как обычно. У нас подкаст «Истории оружия». У нас сегодня замечательный гость. Лицо мы показывать его не можем, и голос чуть-чуть изменим. Ну, по определенным обстоятельствам. Наверное, сами догадались, по каким. Дальше. Значит, все, кто что-то плохое хочет написать, сразу предупреждаю, не тратите свои силы, я вас все равно всех заблокирую. Хороший комментарий мы ждем, отвечаем на все. Значит, какое-то обсуждение, конструктивная критика. Ну, то есть все, что хочется от души сказать, ребят, пожалуйста, с радостью пообщаемся, попереписываемся. Начнем. Поскольку у нас, ну, имя человека я не могу озвучивать, так сказать, в эфире, предлагаю перейти к такому советскому немножечко отголоску слова «товарищ». Потому что раньше как? Человек кто был друг другу? Товарищ. Значит, друг и брат. Вот мы возьмем хорошее русское слово «товарищ». Вообще-то Иосиф Виссарионович тоже звали. Обращались к нему «товарищ». Ну, Сталин там. Иосиф Виссарионович, пожалуйста. Значит, товарищ, расскажите нам, пожалуйста, когда вы первый раз увидели оружие? Ну, собственно, с оружием первый раз я познакомился где-то, наверное, во втором классе. Вот отец у меня был охотником, и он приобрел по случаю у знакомого не новое, я вам хочу сказать, это было время СССР, и приобретение нового ружья, это было целое событие, на новое ружье у него денег не было, он у своего там товарища через комиссионку, то есть там просто так нельзя было с рук на руки купить, купил ружье, двухствольное ружье, модель ТОС-Б, то есть это двухствольная горизонталка, двухкурковая. Она была выпуска, ну, я могу ошибаться, там, середины, там, 50-х годов. То есть это, вот он мне его показал, ну, собственно, я тогда-то и не понимал, что это ТОС-Б, там, или что это, вот. Вот, а потом уже через, там, лет 20, я уже дома, когда ковырялся в документах, нашел просто. Документы на это ружье, там как что-то у него что-то было написано, вот, а, собственно, ружья-то уже потом не было, но на тот момент мне это показалось такой какой-то такой неведомой штукой, железной, там, странно пахнущей, вот, и впечатления, конечно, ну, как у любого пацана, были какие-то неведомые, поэтому отец, собственно, от меня его прятал, чтобы я его там постоянно не хватал куда-то, я его один раз пытался на улицу унести, там, вот, на что мне было сказано, что как бы это не игрушка. Вот, ну и потом в дальнейшем отец показывал, как... То есть сейчас, если каждый из охотников, либо людей, которые занимаются там какими-то стрелковым видом спорта, он может пойти в магазин, купить боеприпас. Вот, ну, за исключением тех, кто занимается высокоточной стрельбой, те, конечно, занимаются так называемым релоудингом, то есть они боеприпасы снаряжают сами. То есть раньше практически очень многие охотники сами снаряжали себе боеприпасы, то есть была машинка, капсули, насыпка пороха. Моя задача только состояла в том, что мне отец давал вот от валенка такой длиннющий кусок, пробивник, и я колотил пыжи, то есть вот для создания этого вот... То есть вот у меня такой вот как бы опыт, я из него не стрелял ни разу, честно скажу, то есть мне даже до него... Но вот в этом процессе вот создания боеприпаса, там вот эту дропи там в банках он мне давал, там вот это вот все, это да, это вот было. Ну, в дальнейшем, скажем, в дальнейшем уже там моя встреча с оружием, она произошла уже гораздо позже, но уже с другим. То есть вот первый опыт это вот охотничье ружье, ТОС-Б. Тут еще что хочешь сказать? Мне кажется, что мы сегодня, Сереж, мне кажется, мы ее, да, видели? Да, скоро тоже снимем обзор на него. То есть я еще курковое оружие не держал, не стрелял еще из него. То есть скоро мы с вами все посмотрим, что это такое. Оно у него тоже 56-го, что ли, года, он сказал. Парень-то вот, кто будет у нас скоро принимать участие в этом. Так, про снаряжение понятно. Так, тогда следующий вопрос. Как дальше, я думаю, все-таки мы на «ты» перейдем,
Да. Согласен. Да. Как дальше, вот когда, после вот этого первого момента, да, там 8 лет, когда, давай так сформулируем, когда ты первый раз выстрелил? Во сколько лет и где это было? Ну, значит, в те времена, когда я обучался в средней школе, вот, во всех школах был такой предмет, назывался он начальная военная подготовка, НВП. То есть сейчас, исходя из текущей ситуации в стране, так уже я так периодически нашу, смотрю прессу, собираются восстановить все это дело. Обычно этот предмет вел отставной офицер всегда, ну, в 95% случаев. Вот. В данном случае у нас тоже вел офицер, майор отставной. И как у всех ребят, там СССР в основном, наше первое оружие, которое мы изучали на НВП, был автомат Калашников. То есть тут как бы особо других альтернатив-то и не было у нас. То есть на занятиях мы занимались сборкой и разборкой, изучением так, технических характеристик. То есть учили матчасть. И впоследствии, когда мы прошли определенный курс знаний, у нас были, скажем, проведены зачеты нашим учителям, да, то есть на знания. Вот, там базовые принципы безопасного обращения. То есть я вот вам хочу сказать, что сейчас те, кто занимается практической стрельбой, есть базовые принципы стрелка, да, то есть их никто не придумал вот именно сейчас, они уже давно были придуманы, просто вот это все еще в школе преподавалось в несколько ином как бы контексте, но безопасные принципы обращения с оружием объяснял вот человек нам. Соответственно, мой первый выстрел был сделан с автомата Калашникова. После сдачи там тестов у нас был небольшой тир сделан такой импровизированный, так как мы жили в небольшом поселке, вот рядом тайга была, то есть там, собственно, с точки зрения безопасности все было безопасно. Выдали нам каждому по 3 патрона. Мы сделали 3 выстрела и обязаны были преподавателю сдать 3 гильзы. То есть вот мы сделали 3 выстрела. Вот, после того, как мы сдали, вот, естественно, у меня первое впечатление было, ну, какое-то там что-то заоблачное. Естественно, я никуда не попал там, куда надо, там, да, то есть там, когда там объясняют, там, вот, там, с постоянного прицела, это все как бы мы выучили, но, как в любом деле, там, обладание базовыми знаниями не подразумевает, что у тебя есть навык, да, то есть ты должен, обладая базовыми знаниями, воплотить их с помощью практических занятий, довести до определенных вещей. Вот, и одно из впечатлений у меня осталось, но я такой вот человек, мне все время, когда отстрелялись, мне как бы и до сих пор, я когда иногда стреляю, мне нравится взять отстрелянную гильзу и ее просто понюхать. Ну, это вот такой вот у меня как-то свой такой прикол. Вот, и вот у меня первое впечатление вот этого железа, которое тяжелое, настоящее, оно стреляет, и вот этот запах отстрелянной гильзы, как бы, это вот такое у меня первое впечатление, вот, от автомата Калашникова. Я сейчас могу соврать, какая модификация, но это не столь принципиально, там какая она там 74, там АКС, ну не АКС точно, то есть там у меня обычное, оно называется весло с деревянным прикладом, там вот как-то все. Да. Ну, интересно. По поводу пороха интересно, я каждый раз, когда это делаю, то есть вот каждой своей стрельбы я упорно начинаю нюхать ствол отстрелянный, саму гильзу, да, особенно если это 12-й калибр, это прям, там прям дым идет. Вот, и из ствола сегодня, Сережа даже показывал, ствол смотришь после выстрела, там красотища такая, завихряется, он же внутрихромированный, там все это. А запах, мне кажется, это один из самых вообще приятных запахов, вообще, наверное, какой-нибудь, если честно, есть в мире. Вот настолько мне нравится запах пороха. Ладно, дальше. Так, тогда сейчас плавно перейдем. Как сложилась судьба именно с оружием дальше? Да? Потом институт, наверное, да, после школы, потом армия. Вот как, что дальше будет? Ну, дальнейшая судьба, то есть сказать то, что я там сразу после 3 выстрелов стал каким-то фанатом там оружия, ну, это было бы неправда, этого нету там, да, то есть вот эти... Скорее я стал неким фанатом вот этого какого-то осознания того,
что есть какая-то штука, которая позволяет тебе чувствовать себя не то что защищенным, но позволяет тебе ощутить то, что ты можешь защитить там в последующем свою семью, да. То есть у нас был преподаватель физкультуры в школе, он тоже был отставной офицер, он был отставной офицер погранвойск. Вот он такой, он был как бы уволен в запас по ранению. То есть это был мужик, которому 40 лет. Он на одной руке подтягивался 20 раз. Он был невысокого роста, такой сухощавый. Вот. И вот этот человек у нас вел некие курсы с таким, ну сейчас это модное слово, там выживание там какое-то, да. Этот человек учил нам, у него факультативно можно было ходить, можно было не ходить. Этот человек вел у нас такие факультативные курсы, так как мы жили в небольшом поселке, у нас была тайга. Вот. И он нас учил таким базовым принципам, как развести костер в тайге, как добыть воду, как ориентироваться в лесу, не имея компаса. Вот, вплоть до того, как там срезать удочку, как поймать рыбу, там, не имея вообще ничего, ну, там, какой-нибудь там крючок. То есть вот эти базовые вещи он как бы нам прививал, они мне были интересны. Ну и в дальнейшем я когда уже поступил, я поступил в гражданский вуз, то есть я как, никогда там не планировал там карьеру там военного, хотя у меня и, там, и дед военный, и... с одной стороны, из одного из родителей. Вот, уже поступив там в один из столичных вузов, отучившись, естественно, когда ты учишься в вузе, в вузах есть военная кафедра, то есть я на ней учился по определенной военно-учетной специальности. Те, кто как бы вот, смотрит нашу, вот, будет смотреть наше интервью, они четко, те, кто не знает, они должны знать, что в вооруженных силах полнейшее ранжирование происходит по специальностям. Она так называется, военно-учетная специальность. То есть кто-то артиллерист, танкист. Там. Это касается как рядового сержантского состава, так и офицерского. То есть, вот, естественно, офицеры, так называемые строевые, они учатся вот там в высших учебных заведениях военных. Вот, я учился в гражданском вузе, поэтому я на военном сленге я пиджак. То есть это так... скажем, ну, в армии отношение к пиджакам, оно такое непростое, ну, оно с определенной степенью как бы правильное, можно сказать, но есть определенные вещи, особенно технические специальности, специальности, которые требуют там более углубленных знаний технических определенных дисциплин и направлений, то есть вот там пиджаки, они как бы себя как бы хорошо показывают. Вот, и, соответственно, обучение на военной кафедре уже потом, естественно, я уже стрелял уже и с автомата Калашникова, и с пулемета Калашникова, там, и с различных модификаций, там, и печенек, и корт, там, вот, и в том числе там, автоматический гранатомет, ну, АГС-17 все там сейчас активно тоже он применяется до сих пор, вот это такое актуальное. Ну, и в дальнейшем так получилось, что... после определенных, на определенных курсах высшего учебного заведения, когда я его практически заканчивал, вот, мне было предложено там пройти определенное тестирование, после чего мне предложили там заняться определенной деятельностью, скажем так, на благо служения нашей Родине. То есть вот я его как бы принял это предложение. И в дальнейшем какой-то период своей жизни, то есть я занимался тем, что после принятия присяги я защищал интересы нашей Родины. То есть, вот, скажем так, как в стране, так и за ее пределами. То есть, исходя из тех задач, которые стояло передо мной и мое, как бы, командование, скажем так, непосредственно. Да, понятно. Тогда попробуем... еще так, как говорится, чуть-чуть пощупать. Чего из стрелкового оружия тебе запомнилось? Ну, просто вот запомнилось. Первое, что приходит в голову, что понравилось, из чего стрелять. Неважно, пистолет, автомат, пулемет, там, что угодно. Просто понравилось. Ну, я могу сказать так, что советская школа изготовления стрелкового оружия, она была, скажем так, достаточно специфично, да, то есть, и если говорить о таких общеармейских вещах, как там автомат Калашникова, пулемет, там снайперская винтовка Драгунова, да, то есть, естественно, с этого все мы стреляли,
Ну, я и про себя говорю, то есть я с этого стрелял. Вот, это как бы, скажем, не вызывает каких-то специфических вещей. Вот, впервые, то есть у меня было такое яркое впечатление от стрельбы. Есть специализированное оружие стрелковое для стрельбы под водой. То есть оно ставится для... изготавливается и снаряжается подразделение, которое выполняет определенные задачи. То есть выполнение задач связано с погружением человека в водную среду. И есть образцы оружия, которые позволяют поражать противника, находясь под водой. Естественно, там дистанции не такие, как на воздухе, там мы с вами четко должны понимать. Вот. И вот есть так автомат для стрельбы под водой. То есть это было какое-то вот я так откровение, так как я очень любил физику, для меня было вообще откровением, что под водой можно там стрелять там с этого. То есть, в настоящее время это оружие, оно до сих пор стоит на вооружении, оно модернизировано. Вот, в настоящее время оно, по-моему, называется АДС, автомат двухсредный, специальный. То есть он может стрелять как под водой, ты потом ставишь другой боеприпас, и там сотрудник, выполняющий определенные вещи, переходя, скажем, из подводного положения в надводное при выполнении задач, он уже стреляет уже на воздухе. То есть нужно четко понимать, что боеприпас разный, да, то есть, потому что среда разная, есть воздух. Вот. Огромное впечатление у меня было из-за того, что вот есть автомат, который стреляет под водой. Для меня как бы было откровением, что вот такой. Кстати, пистолет тоже есть, который стреляет под водой. Так, интересно. Тогда поговорим про под водой. Вот я так понимаю, что если под водой происходит взрыв, а ты находишься в толще воды, то по сути, грубо говоря, как об стенку, да, ударится все силы? Происходит контузия. То есть человек просто огромная контузия. Вот, поэтому очень простой пример, может быть, не совсем логичный. То есть мы когда кидаем рыбу, глушим, да, то есть она тоже, человек тоже как рыба. То есть если у него нет каких-то специальных там средств защиты на голове, да, то есть которые предотвращают там удар, то практически это контузия. То есть пловец может получить контузию, да, то есть если происходит взрыв, то практически там очень тяжело как бы выживать. Так, понятно. А вот какое у тебя отношение к пистолету Макарова? Пистолет Макарова, собственно, был создан как такое штатное оружие для выполнения самых простых задач. Мое вообще отношение к пистолету, оно следующее, что наш инструктор нам говорил, для определенных вещей, то есть если для определенных задач, он говорил так, что лучше пистолет – это автомат. Вот. Но автомат, он большой, так по-простому скажем, да, а пистолет он маленький. Вот, исходя из других принципов, он не стреляет на такие дальности, у него нет такой скорострельности. И он выполняет определенную задачу. Естественно, мы все стреляли с пистолета Макарова. Тут как автомат Калашникова, только в виде короткоствола. Простой, как велосипед. Там. Не надо требовать от него сейчас. Я думаю, что ваши подписчики начнут говорить, что там он не совсем там качественный. Вот есть глоки, есть там зигзауэры. Ребят, я вам четко хочу сказать, что для того, чтобы... и говорить об этом, нужно четко понимать, для чего создавался пистолет и какой у него боеприпас. Исходя из этих вещей, вы будете четко понимать, как можно сравнивать, я не знаю, несравнимые вещи. Это самое простое. Поэтому пистолет Макарова хороший, надежный пистолет. Был еще пистолет ТТ, сейчас как бы его нету, да? Пистолет ТТ, кстати, нет предохранителя, все знают, наверное, да? Вот. Хотя пистолетом ТТ можно и башку раскроить, и задачу выполнить. То есть такая надежная железяка. Поэтому пистолет Макарова надежная, простая вещь для определенных задач. Не более там. Хорошо. А к СВД ты как относишься? К СВД отношусь с большой данью уважения к создателю.
создатель этой снайперской винтовки Дегтярев, создавая эту винтовку, это когда он ее создавал, этот человек очень много лет прослужил в вооруженных силах, скажем, на должности человек, который обслуживал много оружия. То есть, если вы откроете книгу, почитаете там биографию вообще Дегтярева, то вы поймете, что через его руки прошло там десятки, если не сотни тысяч стволов, которые он, служа там в действующей армии, он обслуживал и видел все эти дефекты, которые возникают в процессе эксплуатации, в процессе настрела и всего остального. Соответственно, когда он создал эту винтовку, она была создана как там общеармейская винтовка для определенного круга задач. Вот, не надо там от нее требовать, как от, я не знаю, там Баррета какого-то, да, стрельбы там на много километров. Ребят, вот все очень просто. Вы берете и открываете тактико-технические характеристики винтовки. Под какой боеприпас она сделана, на какую дальность она стреляет, с какую скорострельность. Исходя из этого, вы видите круг выполняемых ею задач. Вот, говорить, что она плохая, это вот абсолютно неправильно. То есть она для определенных вещей, она абсолютно отличная винтовка. Абсолютно. На нее там можно там, повесить определенную оптику, повесить там ПНВ нужное. И для выполнения задач, там, скажем, даже вот в определенных городских условиях, когда там есть разбег там, между зданиями, ей можно отлично работать. И те, кто с нее стреляет, он имеет очень большой объем настрела, потому что боеприпас к ней, ну, он просто в неограниченном количестве. А то, что сейчас пытаются наши энтузиасты и компании там делать, ну, типа компания Лобаева, то есть, которая делает боеприпасы там 408-го, вот, то есть высокоточные, да, то есть это все прекрасно, это такие там чемпионские выстрелы. Вот. Но боец, который выполняет задачи, даже вот в силу того, что наши ребята сейчас специальную военную операцию выполняют, да, то есть он когда приходит получать БК, он не может там взять там 500-600 патронов 308-го, 408-го, он просто, их просто нету. А здесь он идет и берет патроны, сколько ему надо. Вот и мне на простой вопрос ответить. Вот снайпер, который имеет там по 500, по 600 выстрелов, там, ну не стреляет он в день, естественно, столько. Это неправда. Ну, там стреляет, пускай там 50 выстрелов в день. Там. У него навык выше, чем у того или нет? Ну, ответ очевиден. Поэтому снайперская винтовка Драгунова – это отличное оружие для выполнения определенных задач. Создателю ее честь и хвала. Вот, дальнейшее развитие там снайперских винтовок у нас в России есть. Просто те, кто как бы хочет поинтересоваться, они могут открыть. Ну, сейчас же просто, это раньше там не было. Сейчас откройте там YouTube и посмотрите там изделия такого заведения, как ЦНИ.МАШ. Ну, откройте уже сейчас хорошо разрекламированное энтузиасты такого, скажем, сподвижника хорошего оружия Лобаева, господина, да, то есть который, собственно, и внедряет там другой уже тип снайперских винтовок для выполнения определенных задач. Ну, поэтому извиняюсь за такую долгую там беседу, но я вот считаю нужным, что донести людям, что ну, вот экспертам, там, то, что я так вот смотрю ваш канал, да, то есть я так смотрю, там вот очень много у нас экспертов, которые даже вот ни разу в жизни. Есть такая книжица, она еще, ее раньше даже на НВП давали, наставление по стрелковому делу, такая вот она, ее придумали для обучения солдат и сержантов. Открываешь, там все написано. Ну, 90% вот этих вот советов, те, кто вам советует на вашем канале, они даже не открывали эту книгу, они, скорее всего, даже не знают, что она есть. Так что как-то так. Все как обычно, да. Тут еще хочется сказать, да, что мы, скорее всего, к Лобаеву съездим, наверное, весной, может, летом, не знаю, ну там следите. Все тоже поснимаем. Сейчас у нас Григорий Санч приедет, там, скорее всего, снимем новую винтовку от 408 калибра. Ну, тоже следите там за новостями. Вот такой там патрон. Я, честно говоря, сам хочу поснимать, мне интересно просто. Вот такой вот там патрон.
Так, ну, кстати, мы про Орстис еще забыли. Лобаев, понятно, все классно. У нас еще и замечательная российская компания Орстис. Они тоже делают высокоточку, они арки делают, ну и много-много-много чего еще. Тоже ребята на самом деле молодцы. Так, ну ладно. Так, товарищ Мосинка, было ли дело? Видел, стрелял, пробовал? Ну, естественно, я стрелял с этого легендарной винтовки, которая была изобретена еще, естественно, до революции нашим Российской империи офицерам. Да, это такая муки рождения данной винтовки. Если кому-то они интересны, есть телеканал «Звезда». И там... есть еще у нас с Григорием Александровичем. Да. Он тоже там очень хорошо все рассказал. Да, на канале вот у Алексея есть там такой разбор винтовки, скажем, да, с чего она состоит, что там. Вот, это изделие было создано, естественно, еще до революции. Создавалось оно в больших объемах для снаряжения еще армии Российской империи. Имело как вот... в ролике Алексей, который снимал там различные модификации, кавалерийскую, там артиллерийскую, ну, неважно, там обычную пехотную. Вот, естественно, я с нее стрелял, я с нее даже стрелял с прицелом, с оптическим, да. Я могу сказать, что наши деды Великую Отечественную войну, они имели такого количества арсенала в арсенале винтовок, с которых бы... можно было стрелять на различные дистанции. Ну, была Мосинка, была потом СКС, потом еще там были, ну, 2-3 винтовки. Но вот львиная доля выстрелов, которая была произведена точно, она производилась в винтовке Мосина. Естественно, для снайперов на заводах готовили стволы с повышенной точностью, так называемой, да, и отсылали эти Мосинки в войска. Вот. Винтовка простая, как велосипед. Вот. Но она такая настоящая железка, которой вот хочется вот за ней ухаживать. Но если вот человек тоже железом там занимается, например, или оружием, вот, он почувствует настоящую магию такого оружия, которое сделано для тяжелой каждодневной работы. То есть вот Мосинка — это такой вот пахарь, грубо говоря, для своего времени. Неубиваемый, там прикладами там и бошки крушили, там же и есть у них и штык, в котором в штыковую ходили, да, то есть был отдельный вид штыковой атаки, чего еще там со времен царя Гороха всегда все армии мира боялись русского штыкового боя. Это очень в психологическом плане очень тяжелая вещь, то есть сейчас его, естественно, нету, то есть у нас сейчас там высокоточные там ракеты, снаряды. Вот. Но вот если взять целиком винтовку Мосина, примкнуть к ней штык, он такой интересный, там трехгранный. Вот. Это такой вот, скажем, ну, я не знаю, вот те, кто любит оружие, он себе должен приобрести эту винтовку, за ней надо поухаживать, оно как любое оружие, как любой механизм, я вот считаю, это такая некая там странность может. Но с любым механизмом надо разговаривать. То есть это как бы такая живая штука, хотя кажется, там, ну, куча железа, деревяшек каких-то. Нет, ребята, это как бы вот, ну, такой на каком-то на подсознательном уровне. Это твой товарищ, когда ты особенно там с ним служишь. Ну, поэтому Мосинка стрелял. А оружие, считаю, не утратило своей актуальности. Не в плане того, чтобы оно в армии применялось, а в плане того, чтобы его можно было перевести... для, скажем, применения на охоте и применения вот для, скажем, таких вещей, там, отстреляться в тире, но получить какой-то кайф, понимаете? То есть тут очень много на складах этого оружия есть, его нужно просто довести до ума и продавать людям. На основе оружия они, может быть, больше будут интересоваться историей нашей страны и вообще прочитают, что там был такой Мосин, инженер, оказывается, русский офицер. То есть как-то так. Угу, хорошо. Так, хорошо. Еще тогда вопрос такой. Вот, может быть, мина какая-то вот есть любимая, интересная, или там что-то такое вот подрывное? Ну, в процессе, скажем, обучения
и высшем военном, в высшем учебном заведении, в последующей деятельности, естественно, мы изучали всю номенклатуру тех мин, которые имелись на вооружении нашей, тогда еще там советской, потом российской армии. Вот. И я могу сказать, что минная школа советская, она, можно сказать, она одна из лучших в мире. Вот. Естественно, не стоит говорить, что она лучшая в мире, потому что это не совсем правда. Есть у различных и стран НАТО, и даже тех, кто не входит в этот блок, есть интересные образцы вот этих, ну, назовем их так, технические устройства. Вот, очень специфические вещи, с очень специфическими вещами столкнулись наши войска, когда был введен ограниченный контингент войск в Афганистан, да, то есть история повторяется, то есть сейчас в ходе военной специальной операции мы тоже сталкиваемся с определенными новыми устройствами, но вот тогда, например, еще там такой показательный пример, были применены в Афганистане, поставлены итальянские мины в пластиковом корпусе. То есть ее миноискатель, собственно, не обнаружил, да, то есть он реагирует на изделия из металла практически, там, обнаруживались там собаками и всем остальными. Вот, ну, такой корпус пластиковый, там, заряд, очень интересная такая схема. Вот, есть очень своеобразные образцы, кстати, которые, как наш Верховный говорит, у наших партнеров за океаном тоже. Вот, поэтому нужно четко понимать, когда ты работаешь с этими техническими устройствами, да, что есть технические школы разных государств. Базовые принципы одинаковые, но нюансы, вся наша жизнь складывается из нюансов. И вот эти технические устройства, назовем их тогда, они имеют очень много всяких дополнительных вещей, которые нужно постоянно учить. То есть, как говорят же, там сапер ошибается один раз, да? Вот, сапер, он не только ошибается один раз, он учится всю свою службу, потому что это постоянно все модернизируется. Собственно, как и наша теперь российская школа изготовления этих устройств, она двигается вперед, и сейчас есть устройства, которые, как бы, даже о которых я уже в силу того, что я как бы не служу, я не могу знать, но я четко знаю, что вот эти базовые принципы, которые в них заложили, они сейчас совершенствуются, и исходя из того, что электронная база, которая в устройствах, она очень маленькая, и она позволяет реагировать на изменение температуры, на изменение объема, на изменение вибрации грунта, и поэтому это сейчас настолько все, то есть вот человек, офицер или сотрудник, который занимается с этими техническими устройствами, которые... Это он не просто там офицер, он инженер. То есть вот техническая насыщенность этих устройств такова, что офицеры и инженеры. То есть вот они так и есть, инженерные войска. А так, если вот первый мой опыт, самый там первые впечатления, есть старая такая еще мина советская, называется она УЗМ-72. Вот это... Она представляет из себя заряд вот, взрывчатого вещества, содержащий 2000 там, боевых элементов, шарики либо ролики, и такой вышибной заряд. То есть изначальным принципом действия этой мины во времена войны немцы сделали так называемый шпринт-мина, то есть прыгающая мина. То есть при там, нажатии, либо там, леску какую-то, либо там... вырывается чека, выпрыгивает мина на 1 метр, взрывается и поражает вокруг там. То есть была создана такая мина УЗМ-72. Она простая, как велосипед, но до сих пор она работает. И это было вот такое откровение, что 2000 как бы, боевых элементов летает поражающих. То есть вокруг там ну, практически выжить ну, очень сложно, если ты пехотинец, скажем, если ты, естественно, не находишься в бронированной технике. Вот такая вот штука.